Вы на канале Таня и Дима. Илья. Илья. Что мы сегодня будем снимать? Мы будем снимать, что мне купили для школы. Давай, показывай. Я чуть-чуть захворила. Не хотіла знімати відео. До речі, знімаємо його без Діми, як ви колись хотіли. Давайте ще все сюди. Будемо зараз показувати. От перше. Перше, що ми купили вчора? Вчора ми купили зошит. От. Перший зошит от такою собачкою. Давай, будемо швиденько показувати, бо в тебе багато всього. Ось такі ми купили прикольні різні зошити. От, даже собака Шерлок Холмс. Да, то Ілля вчора вибирав, ми були в Ашані. Бистренько вибирали. Різні такі. З звірюшками. Що ти ще купив? Ще я купив собі у лісі, які мені не вистачало. Давай все тащи сюди. Ось такі олівці у нас в Ашані ми вчора купили. І у нас дуже медленні. Не дуже. От, це папка для больших зошитів. Папочку купили. Синючик. Тут обкладинки, обкладинки, кольоровий папір. І ще этот, картон. І картон. От ще карандаш зелений. Ага, так можеш все висипати. Так. Ой, що це таке випадає в тебе тут? А це від старої моєї ручки поламалась така. Так, ми купили таку класну подстружилку в виді кулічка. Да, ну вона тільки в мене є подстружилка, вот така вот. Ну, це стара. Це вот ще зелена є. Ага, така резиночка. Монстрика. Монстрика. Кстати, вот клей ПВА. Клей ПВА, ручки. Короче, это. А покажи, що ми ще купили. З одежди. Ми купили таку форму. У нас, кстати, в школі в формі не ходять. У вас ходять в школі в формах? У нас ні. У нас так, біла рубашка, чорні брюки, а можна і взагалі. Він купив отакі от рубашечку. Прикольно. Таку вона, звісно, м'ята. Ну нічого, ми її погладимо. Вона буде прикольна така. І їй нравиться, розкривай. Ось ця йому дуже понравилася. Це як поло з такими рукавчиками. Такий воротничок прикольний. Прикольний такий. І що ви ще купили? Брюки, покажи. Брюки теж дуже класні. Хотіли купити дві. Кстати, з ремнем ішло. Да, хотіли купити дві пари, але Ілля у нас дуже худенький. І ми не знайшли до нього по розміру. Ось такі прикольні. Да, чорні. Ти... Чорно-сірі такі. Та оп, відійди чуть-чуть далі, хай всі подивляться. Ілля рішив показати вам свої одіяння. Чик. А задом ми зараз ще покажемо другу. Прикольний такий. Красавчик будеш. Так, а тепер зараз ми покажемо вам ще другий наряд. А це другий наряд. От уйди від зеркала, зачем витираєш? Воно ж біле. Так. Ілії подобається більше ось ця. Да? Да, бо що вона удобніше. А ну, задом обернись. Ось така. У нас можна без форми ходити, поэтому. Але ми стараємося з Ілією дотримуватись хоч якихось правил, да? Ось такий він буде у нас ходити в школу. У нього ще є одна пара штанів, прошлогодні. Я їх ще приведу в порядок і він ще в них походить, да? Все, отакі ми купили вчора собі. Давай будемо вечором чекати папу, що він скаже нам. Оце не чули. Купили, щоб ми засняли. Всім привіт. Я прийшов домой з роботи. Короче, почав заходити, а Бонька мене іспачкала, наша собака любимая. Я вот в такой вот светло-голубой полу. И вот она, блин, меня вот здесь вот своими грязными лапами от радости на меня набросилась. Потому что меня целый день не видела и начала меня, короче, облизывать. Что там? Что ты, заболел? Нет. А что у тебя с голосом? Уже все нормально.
Как это тебе? Позвонила мне сегодня, еле разговаривает, по вайберу говорит. Я попила чай с лимоном, мне стало лучше, а завтра зранку будет ты же сам. Так что ты говоришь, что ты выздоровела. Я не сказала, что выздоровела. Ты так, я сказала, что мне стало лучше. Тебе что, чай стал лучше? С лимоном. Я говорю, давай что-то куплю. От горла заеду. Говорит, нет, я завтра сама зайду в аптеку. Нет, сама я вся... хочу заболеть и ничего не делать. А, вот. И чтобы вы меня уже не терроризировали постоянно. Чё? Потому что... Кто тебя терроризирует? Вы. А что мы тебе... Нема ни минуты покоя. В смысле? Ни минуты покоя. Да, конечно, ты ни минуты покоя. Он этот, вообще в телефон он смотрит, он целый день, небось, да, Люха? Он сегодня в час ушел и в шесть пришел. Ага. Играл на площадке. Да. А потом посидел часик и пошел на футбол. И опять его не было 3 часа. Фу, короче, что-то я сегодня немножечко подустал. Вообще, вот. Серьезно? Да, серьезно, подустал. 2 дня отработал, полные дни и все. По 12 часов в день. Я каждый раз так работаю. Ты по 8 работаешь. Ой, ну сколько? Ты по 10, же... по 10, вот да. Странный ты что. Пойди мне полу постирай. Да. Капец, я хотел, ты думал, еще вот, завтра. Вот, не минутки покоя. Я говорю, пойди постирай пола. Ой, будто она прямо сейчас бросится и пойдет стирать. Нет, конечно. Чего? Потому что я болею. Что ты опять смотришь? Вот скажи. Реально место. Ты, даже он уже знает. Ты целый день чужо смотришь. Что ты занята была? На половину дня. Половину маленькую дня смотришь? Маленькую половину. Я говорю, вот это вот у нас я сериал. Я сегодня убрала, постирала, приготовила есть. Ще мало тобі ноги накрасила. На руках. Ось це ти сьогодні зробила? Да, на ногах. Посмотрите, какая молодець. Ну, молодець. Давай я тебя поглажу. Хороший, хороший. У тебя що, температура є, ні? А ну. Може є. А може нема. Може мені жарко просто. Ну, якщо хоч... тобі було жарко, то би ти був гарячий, а я би була тоді холодна. Ти що ти? Та ні, в неї може бути реальна температура, якщо я в мене була холодна. А чого ти тоді трешся возле мене? Да, ти хочеш... А я потом... йому цілий день кажу. А потом ти будеш говорити, що це, що я тебе заразив. Уйди від мене, уйди від мене, я хвора. Чого, ти хочеш заболіти, Люха? А він все одно лізе і лізе. І лізе. Я сьогодні буду спати тут, а ви вдвоєм тут. Добре, підходить. Будемо спати віддільно. Всегда. Окей, ти там, а не тут. Ні, так не підходить. Блін, треба тепер полу стирати. Думав, ще завтра поработать в ній, але походу сьогодні треба стирати. Але мене от це, постійно як не прийду, с утра она включает реальную мистику. Есть это такой сериал. Правда. Да, конечно. Постоянно ты его смотришь. Он я меня уже задолбал. Я смотрела «Касл», тебе не нравится. Я смотрела «CSI», тебе не нравится. Я смотрю это, тебе не нравится. Тебе все не нравится. Нет, мне нравится новый канал. Мне больше всего нравится у смотреть. У меня же температура. О! У тебя. Нет, я только пришел, еще ничего не случилось. Вот, уже случается. Нет. Уже чувствую, что я горю. Уже все, уже начинает притворяться, короче, уже все, она снова больна. Все. А потом меня заразит, чтобы вы понимали, вот заразит меня. Потом будет, я вот заболею, начну болеть, она выздоровеет, а потом скажет, уйди, ты меня заражаешь, ты меня заразил, ты меня, а потом, да, а помнишь, ты меня заразил. Зимой, ты меня заразил, я, короче, заболела, лежала с температурой 39, короче, 4 дня 39, и сбивалась она реально только до 38, а он свалил до Львова. А я тут умирала, мені навіть таблеточки не було кому купити. О, ти слышиш мене? Я тебе говорив, давай я перед отъездом куплю все. Ти що сказав? Ні, ти нічого не сказав. Так, конечно. Да що ти несеш? А чому ти? Я тебе говорив, давай я тебе зараз куплю. Ти що сказала опять? Вот.
Вот опять. Я говорю, завтра пойду в аптеку куплю там рядом возле с работы. И завтра идет на работу этот больная. Я всегда хожу на работу больная. Всегда. А я будто не. Только когда уже не можешь встать. У меня тоже, кстати, нет больничных на работе. Кстати, у нас нет. А у тебя есть больничные? Есть, конечно. А у меня нема больничных, чтобы вы понимали. Если я не выйду на работу, то мне не заплатят денег. У меня нема врача. Вот так. Врача у меня врача нет. Пойдешь просто к терапевту, это вообще, короче, это что ты это? Терапевт, я убиваю. Посмотрите на вот это вот. Вы только посмотрите. Так, я нормально, а вот теперь, если температура 37, ты уже лежишь, короче. Слушай, у меня плохо. Когда... Потому что 37... Помоги мне, ну, согласитесь, 37 – это самая плохая температура, при ней и голова болит, короче, воспалительный процесс идет. Это самая плохая. Ладно, 38, у меня уже легче даже, если когда 38. Да. Когда мне было 39, поверь, мне было так, не лучше, когда 39 и 38 – это разные вещи. Ну, мне лучше было, когда было 37, чем 39. Вон, я уверен, они напишут в комментариях, что 37 – это самая плохая температура, потому что при 37, короче, воспалительный процесс только начинается, и болит голова, и все остальное. Так что ты не... А в 39 голова кружится, и ты теряешь сознание. В 39 надо лежать дома, потому что и этот, и не лазить. Люди работают. Потом на таблетке. Потом будут на таблетке все работать. Ага. Люди работают. Короче, что ты покушать приготовила мне? Там есть салат. Есть вот бы у нас индейки. Филе индейки. А где индейку взяла? Не знаю, было в холодильнике. Есть отбивная индейки. Так, это отбивная индейки, ты чё? Да? Да. Хорошо, ладно, сейчас, короче, и гречка. Пойду помоюсь и не прощаемся. И знаешь, что же есть? Что? Кукуруза. О, блин, я хочу кукурузу. А я прихожу до дома, и что получаю? Пельмени на ходу. Неправда, вот позапрошлом видео вы видели, я... Стоял целый час на кухне, готовил. Нет. Вот видео — это классная тема. А что ты туди это не приготовил мне без видео? Да подожди, без видео я могу тоже готовить. Но видео — это очень хорошо. Видео понукает хорошим поступком. Когда я снимаю видео, это хорошие делаю поступки. Там готовлю, там еще что-то. А без видео можешь рубить хорошие поступки? Вот я делаю. А зачем? Я могу и снимать, и готовить. Я хорошие поступки делаю и без видео. А зачем? Я буду снимать хорошие поступки, так скажем, делают. Люди это смотрят, хорошие поступки, потом тоже хотят сделать или что-то приготовить, там попробовать. Хорошие, если ты робишь хорошие поступки, то те люди знают, что ты робишь хорошие. Я согласен. А как они знают, если они не видят, например? Кто не видит? Кому ты сделал хорошо, то и видит. Не, ну то это понятно. А что бы остальные делали? А что остальным? Зачем знать остальным? Ну как, ну, чтобы они что смотрели, ты... чтобы думали люди... Ну это... ты знаешь, что ты сделал хорошо, это круто. Это все на 50% только, правда. Блин, ты это, ты аферист, я ты не... хочешь делать только на камеру хорошо. Нет, неправда, ты знаешь, я хожу и людям даю деньги, там, бабушкам, дедушкам и все остальное, и без камеры, не снимаю это, иногда и редко снимаю. А Масе, если что-то робишь, то только на камеру. Масе, может, Масе и на камеру, потому что мы снимаем видео, вот, а хорошие поступки я людям, если даю денежку кому-то бедным, то я... Хорошо, а мазь не робишь плохо. Короче, я буду переодеваться, потому что мне уже жарко, надо переодеться, короче, снять вот это все. И будем кушать, так что не прощаемся. Ну что, я уже помылся. Уже так свежо, хорошо. Вообще, когда домой возвращаешься, примешь душ. Так классно сразу. Вот это масечка приготовила. Вот это отбивная из чего? Из индейки. Точно? Да. Серьезно? Салатик. А ли она ничем не отличается от куриной? Сейчас попробуем. Зачем переплачивать больше? Сейчас попробуем. Что ну, это я индейка? Попробовала и не побачила разницы никакой. Никакой. Ты чувствуешь разницу? Разница никакой разницы. Не, чувствуется. Курицы нема почти такого вкуса, знаешь, куриного. И он, походу, мягче, такая даже нежная, типа мягче. Может, я ей просто вот только отсеяла. Отчебучила? Да. Жестко. Поэтому она... Кукурузка, смотрите. Кукурузка, только она, конечно, ну, дай сюда. Попробовать хоть ее. Ну, так ты можешь вот свою
кукурузі. Не дає мені, але я хотів тую укусити. Це, короче, кукуруза якась не бондіоелівська. А яка? Не знаю. Сьогодні у нас... Вона не сильно сладка і не сильно м'яка. Понятно. Головне, щоб у нас живот не розбулився нам. Хочеш накормити мене кукурузою тепер? Ні, ти можеш не їсти. Ні, я буду їсти. Хочеш забрати повністю кукурузу. Сьогодні Таня сама знімала. Кстати, вы уже, наверное, видели. Кстати, напишите в комментариях, как у нее получилось первый раз снимать. Потому что она первый раз снимает. В основном я снимаю, держу камеру, типа, и монтирую я, все делаю я. А сегодня она пробовала первый раз с Илюхой вот снимать. Ты нас заставил. В смысле да, заставил? Да, ты такие, кажу, я хворая, не хочется заниматься. А он такой кажет, снимаю то, что вы вчера купили. Ну да, они вчера ходили в магазин и вот это ездили к школе готовиться. Я говорю, снимай, что за дела? Я хвора, ту-ту-ту. В итоге сегодня он куча дел сделал. Еще приготовила, еще и видосик для вас сняла. Я, правда, еще этого не видел, но сейчас монтирую для вас. Значит, что? Даже Мася заслуговывает на новые кроссовки. Слышали? Да, хай знаю. День что-то сделала, новые хай кроссовки. Знаю, под... Нет, это каждый день так. Это каждый день. Неправда. Правда. Ты завтра на работу идешь, значит, не каждый день. Да, я либо там на работе, либо тут на работе. Нет. Илюха точит орешки. Даже со мной не делится. Он уже приправу доедает от орешков. А? Там еще есть, то отдай мне. Значит, указывает, что я не заслуговываю на кроссовки, да? Слушай, мы тебе недавно купили штаны. Ты задумалась, да? Ну, мою работу треба поощрять. Ну, так слышишь? А то вона може закончити. Да, у меня так денег не хватит на твои поощрения. Вона може если я буду постоянно поощрять твои... Да я за свои покупаю. А ты не плюйся, господи, на меня наплювала своей кукурузкой. Покажи. Так, вот, вот. Нет, вот. Не, покажи, да я на тебя наплювала кукурузкой. Покажи, да я так говоришь, что плюешься, я тебе говорю. Ну, может, не кукурузкой, может, слюнка. Ничем, я на тебя, покажи слюньки. Конечно, покажи слюньки. Покажи слюньки. Нет, не-не-не. Ага, сейчас плюну, и тебе будет показывать. Нет. Ты брехун, ты знаешь. Смотрит постоянно, а нет, это уже не твое кино, наконец-то, да? Ну, слава богу. Я уже переключила, чтобы ты уже... Мне вот интересно, вот... Все барышни смотрят сериалы, куча, прям бывают целыми днями, вот я не знаю, серьезно. Бля, мне просто интересно, я успеваю все сделать и передивиться куча сериалов. Это вообще, как такое может как быть? Таке возможно вообще? Перерубить кучу работы. А какой твой любимый сериал? И целый день дивитись. Какой твой любимый сериал? Я ее заставил замолчать. Задумала. Ну, а напишите в комментарии, какой у вас любимый сериал. Так какой у тебя? Не знаю. Кстати, отбивная сериал. Я сейчас закончила дивитися Джессика Джонс. Она закончила? Это значит, что сейчас начнется новый. Ну, конечно. Только я же не нашла. Да. Окей. Смотрите, ей полегчало, уже не болеет. Почему это не болеет? Ну да, что-то она еще хрипит немного. Такое вот, ребятки. В общем, такой видосик получился. Кукуруза твердая, ужасно. Дай попробую, кажу. Не, забери свои руки. Забери, кажу, свои руки. Ну что ты делаешь? Вот ты уже обляпал все. Трошки капали. Ну, что пробуешь? Я трошки свинка. Не трошки. Трошки. Короче, ребят, вот такой видосик получился у нас. Пишите в комментарии, как у вас проходит вечер. Когда вы приходите домой, и готовит ли вам вот такие вкусняшки дома? Конечно, готовлю. Ну, не всем, наверное. Я не знаю. Ну, Саше Граммеру, наверное, не готовят. Я не знаю, может, ему самому. Честно, ему я удивилась, а мама готовит. Ну, мама готовит, да. Вот. Нет, или... я часто люблю видео. Пишите, что вам там готовить, ребят. Что вы любите кушать, когда придете домой. И про сериал не забудьте. Вот такой видосик у нас получился. Постараемся для вас снимать еще что-то интересное. Ну, в принципе, пока мы не на работе. Потому что Таня на работе, я, может быть, с Илюхой сниму, может быть, сам еще что-то вам сниму. Так что пишите, кому передавать, кстати, привет. Буду передавать по 2, по 3 привета видео. Вот. Всем хорошего настроения.
Пока будешь казать? Илюха! Пока! Илюха, как всегда, короче. В общем, всем хорошего настроения, всем удачки, всем пока!